Содержание так называемой резиновой квартиры – уголовное преступление. Четверо владельцев оштрафованы в общей сложности на 1 700 000 рублей. Еще 13 дел находятся на рассмотрении. С 26 до 116 выросло число выявленных случаев, когда работодатель не уведомлял должным образом о заключении договоров с иностранными гражданами. Всего в ходе рейдовых мероприятий полицейские выявили около 800 фактов нарушения правил пребывания или трудоустройства физических лиц. На 8% больше, чем за первые 6 месяцев прошлого года. 52 протокола выписаны на юридических лиц. Это в 5 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. Ежегодно в Анапе впервые получают регистрацию порядка 20 тысяч граждан. В целом миграционный поток в первом полугодии сократился. На треть меньше зарегистрировано граждан Республики Армения, на четверть – граждан Украины. В 2015 году первично было поставлено 22 тысячи человек. В 2016-м 17 тысяч человек, в 16-м 17 тысяч, и в 2017 году 20 тысяч человек. Ну, есть основания полагать, что где-то за полгода у нас первично поставлено 10 тысяч человек. Ну, пока к концу года мы примерно выйдем на цифры прошлого года. По-прежнему основная цель въезда в Российскую Федерацию – это работа, частная, туризм и деловая.